В поселке Березовка полицейские задержали троих злоумышленников, пытавшихся ограбить продуктовый магазин. Первым делом приятели заглянули в супермаркет, но выбор пал на другую торговую точку – отдел, где продают колбасы. Схема, по которой действовала троица, незамысловата. Пока двое подельников отвлекали продавца, третий орудовал в кассе. Мужчина вел себя нагло. Когда кассир отошла к витрине, он обошел прилавок и начал доставать деньги из ящика. Происходящее заметила администратор магазина. Она преградила путь отхода подозреваемому. Женщина, которой грабитель пригрозил расправой, оказалась не робкого десятка. Она, в свою очередь, пообещала злоумышленнику вызвать охрану. Мужчина понял, что пойман за руку, и вернул деньги. Потом даже попытался разжалобить женщину. В содеянном он якобы раскаивается, красть больше ничего не будет. Правда, сразу же после этого мужчина отправился в подсобное помещение, где продолжал искать, чем поживиться. На этот раз нахала привлекли личные вещи работников магазина. Ничего ценного в сумках не оказалось, и разочарованные подельники собирались покинуть торговую точку. На выходе их уже ждали охранники. Они успели заблокировать парадные двери и позвонить в полицию. На пике отчаяния злоумышленники пошли на риск, кинулись к окнам. Разочарование ждало их и там. Проемы были защищены решетками. Патрульные доставили подозреваемых в отдел полиции для дальнейших разбирательств. С места происшествия Михаил Сергеев, Александр Ефанов и Александр Савчук.